Вы обращали внимание на то, что жизнь парней и девушек совершенно разная? Вот вам несколько примеров. Девушки просто обожают наряжаться на вечеринки. Все должно быть идеально. Прическа, оригинальные серьги и, конечно же, платье. Но как же они не любят, когда кто-то приходит в таком же наряде? Эй! Это мое платье! Ну, знаешь ли, интересно выходит. Уходи отсюда! Сама вали! Нет, ты! Да, это может продолжаться бесконечно. Рассчитывать на скорое примирение девушек точно не стоит. Красотки не простят друг другу одинаковый образ. В этом плане им еще многому предстоит научиться у парней. Ух ты, Энди! Крутой прикид! Если для девушек одинаковые наряды – это трагедия, то для парней повод стать настоящими друзьями. Здравствуйте, присаживайтесь. Да, работенки тут достаточно. Мужчины ходят в парикмахерскую только в крайних случаях, когда волосы уже реально мешают. Убрать такую прическу – нелегкое занятие. Справиться с ним может только профессиональный мастер и огромные ножницы. Обычные не подойдут. Да уж, такая работа должна обойтись Энди в кругленькую сумму. Бедный мастер. Все, готово. Совершенно другой человек. Вау! Сколько с меня? 5. Эй, добрый день. Что ж, сегодня только кончики, верно? Да, да, просто хочется немного преобразиться. Ну, поехали. А вот у девушек все намного проще. Пару взмахов ножницами и идеальная прическа готова. Кажется, это можно сделать и самой. Сколько с меня? $150? Где логика? Почему девушки так долго купаются в душе? Потому что для них это настоящий бьюти-ритуал. Сперва надо хорошенько вымыть волосы. Нанести на них бальзам. Воспользоваться маской для лица. И выбрать запах геля для душа. Думаете, это все так просто? Отнюдь! Все эти женские штучки занимают целую вечность. О, нет! Маска для волос! Как я могла забыть? Но на ванных процедурах бьюти-ритуал не заканчивается. Ведь еще так много нужно сделать. Воспользоваться тканевой маской. Дождаться ее эффекта. Нанести увлажняющий крем. Сделать его помощью массаж лица. И, конечно же, почистить зубы. Да, обычный поход в душ легко может затянуться на пару часиков. Как минимум. Ведь после него еще надо привести себя в порядок. Хотя бы высушить волосы и нанести мейк. Ну все, кажется, я готова. Эй, надо вытереть зеркало. Вот, так-то лучше. Сколько там? О, нет, я опять везде опоздала. А вот парни точно никуда не опаздывают. Потому что у них поход в душ занимает несколько минут. Просто кто-то умеет распределять свое время правильно. Ведь чистить зубы и мыть голову можно одновременно, не так ли? Отличный способ все успеть и чувствовать себя просто превосходно. Удобно, когда длина волос всего пара сантиметров. Так, по
последние штрихи, и я буду готов к свиданию. Вот так! Эй, что это за красавчик? В одном девушки и парни сходятся. В желании выпить холодненькой газировки после прогулки жарким летним днем. Это лучший способ освежиться. Что-то будете? Да-да. Два стакана колы. Приняла. О, наконец-то! О, да, быстрее! Соломинка? Ну, нет. Это точно не мужской вариант. Такой способ подойдет скорее дамам, которые привыкли быть аккуратными во всем. Ого! Да, Энди явно мучила жажда. Ах, как хорошо! Просто супер! Мне и так нормально. Девушки не только модницы, но и страшные частюли. Для них уборка – это настоящая война с грязью. Моющие средства, перчатки, швабра – и я готова к этой битве. А вот для парней уборка далеко не самое любимое занятие. Надо прибрать немного, наверное. Оу, какая пыль! Вытирать пыль носком? Ну, хоть какая-то уборка. Эх, придется собрать все вещи. Ладно, пусть валяется. Так, вроде все. О, мой любимый носок! Где-то был второй. Хватит. Пока никто не видит, закину вещи под кресло. И так сойдет. Энди, а что насчет пустых банок? Их тебе точно придется собрать и выбросить. Иначе Джесс будет негодовать. Так, это тоже забираю. Где еще? О, последняя! Слишком чистое кресло. С этим надо что-то делать. Да, Джесс явно будет не в восторге от такой уборки. Но зато Энди все устраивает. Еще немного блеска. Эй, привет! Привет! Да уж, для девушек подготовка к занятию – целый ритуал. А парням достаточно одной книги. Девушки – прирожденные модницы. На каждый день недели и повод у них есть отдельный образ. Благодаря своему гардеробу Джесс может быть деловой дамой, милой принцессой с аккуратным макияжем и розовыми серьгами. Или настоящей спортсменкой. Сегодня будет другой наряд. Да, шляпка идеально дополнит образ. А что там с парнями? Спорт. Перекусы. Да, разнообразием наряды не блещут. Идеальный гардероб парня состоит из пары джинсов и практичной футболки, подходящей на все случаи жизни. Универсальный наряд идеально подойдет для прогулки на роликах вечерком и стойко вынесет брызги от колы. Ну а если загрязнения не очень сильные, то можно в этой же одежде и на вечеринку сходить. Если понравилось видео, не забудь поставить класс и подписаться на Мультиду, чтобы не пропустить новый ролик.